Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижано Самайуктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Вашчаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Яткипатамахам Ванде Парамананду Мадвам Бриндавай Тусидепай Пиявай Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Шатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскитта Наранча Ивана Руттама Девин Сарасвати Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патрашва Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамадакша Джагод Бхараня Дейям Сада Парибхавагна Мадвишта Духам Тиртас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панутапал Бхабад Дипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада паллава накачанда маничатая Вишпуриджита кимапикапавадушва дарши Пурна нурагра сасагра сарамурти Сарадхикамай када кипам крус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Шри Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Шри Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аяну Ламбита Бхуджау Канака Бодату Санкиртаной Капитару Камала Ятакшу Вишамбару Дижабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синиттам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бигуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадани Лакшмир Джаша Чавасаши Джасьясте Хидай Самбир Там Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Kalo karmo gunadhino deho ayam pancha bhautika. Kalo karmo gunadhino deho ayam pancha bhautika. Katham kalo karmo gunadhino deho ayam pancha bhautika. Katham annangstu sarpagustu sarpagustu jaya aparaha. Katham annangstu gopayet Sarpo grasto jaya aparaha. Kalo karma gunadhino deho ayam panchabhautikaha. Katham annansu gopaya sarpa grasto jaya aparaha. Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad Парамахамса Джагадгуру сказал, что в любой ситуации, при любых обстоятельствах, в любом состоянии мы обязаны совершать хари-бхаджан. Мы должны совершать хари-бхаджан. Необходимо, нельзя останавливаться. Несмотря на то, что большинство людей не готовы принять абсолютную истину, вы должны продолжать рассказывать харикатху, воспевать киртан. Это должно быть вашей жизнью и душой. При любых обстоятельствах необходимо продолжать хари-бхаджан. Какая бы ни возникла ситуация, потому что цель жизни — совершать хари-бхаджан. Шлока, с которой я начал, из Шримад Бхагаватам, из седьмой песни. Все мы находимся под контролем времени, Кала, Махакала. И наша карма действует нас в соответствии со временем. Мы находимся под влиянием трех гун материальной природы. Мы знаем, что время, карма, кал, карма, ишвар, майя, джива — это пять вечно существующих элементов. Джива существует вечно, она анади. Кал — время, точно так же вечно. Ишвар — Господь тоже вечен. Майя — также вечна. Никто не понимает, что майя творит, как будто бы наводит магию на нас. Если вы называете тело своим телом, это неправильно. Поскольку если бы оно являлось вашим, почему вы не можете полностью контролировать его? Почему утром вы себя чувствуете одним образом, а вечером другим, и ничего не можете с этим поделать? Когда вы заболеваете, что-то подобное. То есть таким образом наше тело не находится под нашим контролем, точно так же, как и ум. Потому что мы под контролем Махакала, под контролем времени. Секунда за секундой уходит из нашей жизни. То есть время идет очень быстро. И Махакал забирает секунда за секундой, день за днем наше время. День за днем мы приближаемся к смерти, но мы этого не осознаем. День, когда мы оставим тело, все ближе и ближе. Мы не можем контролировать время.
мы не можем контролировать тригуны материальной природы. А помимо всего, я нахожусь под влиянием моей предыдущей деятельности. Я тону в карме. Бхактивинода Тхакур написал киртан об этом. Как пересечь океан, мой океан страдания? Мы не понимаем этого. Муж, как правило, думает, что я защищаю свою жену. Жена думает, что я защищаю мужа. Отец думает, что я защищаю своего ребенка. Но если разобраться, кто кого защищает, нет никакой уверенности в том, что когда потребуется, мы сможем защитить своих близких. Но каждый ощущает себя защитником, тем, кто поддерживает. Но в действительности все находится под контролем майи. Я сам видел, как в храме в 9-10 часов вечера змея схватила лягушку. Лягушка была достаточно большая, и поэтому змея не могла ее проглотить. А я был совсем рядом. Все закричали, не ходи туда, но я уже подошел близко. Во рту у змеи была лягушка, поэтому она укусить меня не смогла, и я стал наблюдать за тем, что происходит. Я увидел, насколько больно было лягушке, как мучилась она. То есть я сам видел, как она страдала. То есть какой сильный страх у нее был, что вот она осознала, что сейчас она умрет. У нее было такое состояние, она замерла как камень, потому что змея держала ее, и лягушка никак не могла выбраться. А змея не отпускала. Так вот, как раз такое состояние описано в этой шлоке. Все живые существа, все творения, все создания. Будут поглощены временем, так же, как эта лягушка. Махакал можно сравнить со змеей, которая глотает наше время, нашу жизнь. Уже наполовину моя жизнь прошла, а теперь Махакал, он лишь ждет, когда он поглотит меня. Все мы думаем, что все зависит от нас, и я смогу защитить своих близких, смогу спасти их от смерти, но это не так. В Шримад Бхагаватам есть один пример. Пример этому. Вы знаете, что Нараджа Махарадж, я сейчас говорю о Садхана Сиддхи Нараде. Он рассказывает Вьясадеву свои осознания. Он рассказывает, я был из очень бедной семьи и никогда не видел своего отца. У меня была только мама. Она заботилась обо мне. Я была ее единственным сыном. Мама была очень бедная. Она ходила в разные дома и там мыла посуду, стирала, и за это ей платили. Таким образом, мы как-то поддерживали свою жизнь. Жили мы в деревне. Утром в 4 часа она шла в дома людей, выполняла там домашнюю работу, ей платили, давали чапати. Но в один день
по благословению Бхагавана в нашу деревню пришла группа саду. И как раз в то время подходила Чатурмасия, наступала Чатурмасия. Эти саду приняли решение остановиться в нашем доме. У нас в деревне были фрукты, была чистая родниковая вода. И они решили остаться на 4 месяца. Они постоянно совершали киртан и рассказывали харикатху. Готовили просад, предлагали Бхагавану. А Нараджа Махарадж был очень впечатлен, видя их образ жизни. То есть, будучи совсем маленьким мальчиком, он почувствовал естественное влечение к этим саду. Он наблюдал за ними, как они поют, как они рассказывают харикатху, ему было очень интересно, несмотря на то, что он, может быть, не понимал то, о чем они говорят и что поют, тем не менее он наблюдал и был рядом с ними, старался быть всегда подле них. Так он развил глубокий интерес к саду санге. Возможно, это произошло благодаря его предшествующим заслугам Сукрити. Они саду просили сделать его что-то по мелочи, например, принести сухие дрова, чтобы разжечь огонь. Однажды, очень рано утром, еще до рассвета солнца, в 4-4.30 утра, как обычно, отправилась на работу в чей-то дом, где платили за уборку. Было уже темно. Знаете, как по утрам темно во Вриндаване? Настолько темно, что ничего не видно. Так вот, однажды я был в Батхане, во Врадже. Там есть отпечаток стопы Кришны. Ходят там верблюды. Там весь лес был усеян отпечатками стоп Кришны. И очень много змей и шакалов. Тем не менее, я решил остаться там на ночь. Нужно было где-то остановиться на ночь. То есть тот, кто уже опытен в совершении парикрам, должен, так или иначе, когда ты совершаешь парикрам пешком, необходимо все рассчитывать, где ты остановишься, сколько ты должен в день пройти. И я таким образом принял решение остановиться на ночь вот в этом месте. Там не было никакого храма. Там всего один храм был, в действительности, но хозяин, тот, кто присматривал за храмом, никому не позволял остаться там на ночь. Я не знаю, почему. Храм был очень маленьким. Поэтому я был вынужден спать снаружи. Так вот, темнота там была такая, что даже руки не видно, если в такой темноте свои собственные руки не разглядеть. И в такой темноте нет другой надежды, кроме как полагаться на милость Бхагавана. И
Так вот, я рассказываю это к тому, что, чтобы показать, насколько было темно тем утром. И она шла по такой темноте и нечаянно наступила на змею. Змея укусила ее. Укус змеи очень опасен. Она упала. И уже утром, когда рассвело, жители деревни увидели, что она мертва. А теперь представьте, пятилетний мальчик, у него нет отца, теперь нет и матери, нет больше никого. Мать очень любила своего сына. Она любила его настолько, что он был как ее глаза, как ее собственные глаза. Кто теперь позаботится о народе? Но из-за саду-санги ее смерть стала большим благом для Нарада Муни. Несмотря на то, что он был маленьким, он был мудр не по годам, благодаря общению с саду. Саду благословили его, он постоянно слушал их киртан и харикатху. Они давали ему свою учиштху, остатки пищи. Почитая остатки пищи саду, можно очень продвинуться в бхакти. Точно так же, как если вы будете пить стопы воду, омывшую стопы саду. Они крайне, то есть они очень эффективны. В киртане сказано, что насколько они помогают. Киртан написан на бенгале. Бхакта пада рену, то есть пыль с лотосных стоп саду. Бхакта пада джал. Вода, омывшая лотосные стопы саду. Для того, чтобы обрести силу в баджане, это верное лекарство. То есть это лекарство, которое поможет нам стать сильными в баджане. Это несравненное лекарство, мощнейшее лекарство. Мы даже представить не можем, насколько это сильное лекарство. Что может оно сделать? И Нараджи Махарадж всегда принимал их. Помимо всего, когда мы находимся в Дхаме, мы, может быть, даже и пыль с лотосных стоп Нитянанды получаем, прикасаясь к земле этой Дхамы. Потому что в Святой Дхаме всегда находится Нитянанда, и Гауранга Махапрабху совершал тут свои игры. Возможно, я просто иду здесь по Надипатхаме, а тут проходили игры Махапрабху, и, возможно, пыль с его стоп умощает, то есть садится и мне на голову. Таким образом, жить в Дхаме, очень, находиться в Дхаме очень благоприятно. Дхама очень важна. Это слова Прахлад Махараджа. До тех пор, пока пыль с лотосных стоп вайшнавов не покроет мою голову, Найшан Матиста
Найшан мати става дуру краманги. Найшан мати става дуру краманги. Скришатта нартап гамо ядатхо. Махиасам падаражо вишекам. Нискинчананам навинито жабад. Найшан мати става дуру краманги. So long you are not going to arrange that particle from the lotus feet of sadhu, nor naisha, matistavat urukramangi. Urukramangi means Bhagavan Sri Krishna. Uru, uru means big, jar, power, urukramangi. You cannot touch. So long as так, пока вашу голову не умастит пыль с лотосных стоп саду, вы не сможете достичь стоп урукрама. Урукрама в этом стихе означает Кришна. Мы не сможем достичь, наш ум не достигнет уровня Господа, трансцендентного уровня. Ведь пыль с лотосных стоп вайшнавов — это единственное лекарство, с помощью которого мы можем избавиться от анартх. Если мы прикоснемся к ней, они уйдут. То есть без стоп, без пыли с лотосных стоп нишкинчана саду, это невозможно. Итак, Нарада Махарадж, несмотря на то, что он был совсем маленьким, совершенно не переживал по поводу ухода своей матери. Благодаря саду санги он был очень мудр и зрел. После Чатурмаси саду собрались уходить. И Нарада Махарадж тоже решил куда-нибудь пойти. Его больше ничего не держало в этой деревне. То есть вместе с мамой ушли все его оковы, все, что связывало его в этом мире. Он размышлял, что мама очень сильно любила меня, и это были эта любовь была оковами для меня, все равно, что веревка, а теперь я свободен. Мама ушла. Все, больше никто меня ничем не связывает. Посмотрите, какое у него мышление. В Бхагаватам Нарджи Махарадж говорит Вьясадеве о своей истории. Саду кормили меня учиштхой, остатками своей пищи, и в самый первый день я избавился благодаря этой пище от всех своих привязанностей. Когда они мне первый раз дали остатки своей пищи, мое сердце очистилось. Все грязные вещи ушли из сердца. Итак, Нарджи Махарадж начал свой путь в лес. В конце концов, он устал. У него не было ни еды, ни питья. Он увидел замечательное озеро. Принял там омовение, попил и сел, облокотившись на дерево. И начал размышлять. Он не размышлял о том, что очень переживал за свою жизнь. Нет. Он просто размышлял о Кришне, то, что он слышал от саду. Он не думал, куда мне идти, что мне есть, как мне выжить. Он просто думал о том, что услышал от гуру Вайшнава, что он услышал от саду. Он таким образом был сконцентрирован на харикатхе, который услышал от них, обдумывал ее.
Между тем он задремал, и сразу же Бхагаван явился ему на секунду. И сразу же, только на секунду, он лишь показался ему и сразу же ушел. Он лишь явил, то есть он, Нарада Махарадж лишь увидел прекрасный облик Бхагавана. Потом он, и после того, как Бхагаван исчез из его видения, он взмолился: «Где ты? Ты явил себя лишь на секунду, но ты цель моей жизни». Горько плача, он горько плакал и в конце концов услышал голос с небес. Ты очень хотел встречи со мной. Для того, чтобы вдохновить тебя, я пришел, чтобы даровать тебе свой даршан всего на секунду. Но дело в том, что в таком состоянии, то есть в таком состоянии невозможно, никто не может меня увидеть. Да, все твои грехи, привязанности покинули тебя. Тем не менее, ты должен совершать баджан, должен следовать процессу преданного служения, и в конце концов ты сможешь достичь меня. В этой жизни ты больше не сможешь увидеть меня. Потому что ты недостаточно зрел. Пока еще. Чтобы наглядный пример какой-то привести. Вот в прошлом, раньше мама готовила рис, и она каждую минуту, через какой-то промежуток времени подходила и проверяла, готов рис или не готов. Сейчас, то есть достала, проверяла. Сейчас все, прешер-кукер кладут, и за 5 минут все готовится, ничего проверять не надо. Но раньше готовили так. Вот закипела вода, туда кладешь рис, потом постоянно его проверяешь, готов, не готов. Так вот, этот пример наглядно показывает то, о чем говорил Бхагаван. В Гаджандра Мокше также говорится, что когда мы благодаря нашему баджану становимся зрелыми, это, то есть достигаем состояния, как рис, когда он готов, то есть можно сравнить с вареным рисом. Авипакша Кашайнам. Те, кто еще не достигли зрелости, те, кто еще не готовы, никогда не могут меня увидеть, пока это с ними не произойдет, пока они не станут готовы. К тому же у тебя нет гуру. Ты что-то делаешь, тем не менее, твой баджан несовершенен. Ведь гуру только может направить тебя. Ты можешь совершать баджан лишь под руководством гуру. Возможно, ты большой молодец, и все у тебя хорошо. Тем не менее, до тех пор, пока ты не примешь садгуру, ты не сможешь начать настоящий баджан. Таким образом, ты его еще и не начал. Лишь после принятия прибежища садгуру ваша инициация произойдет, и вы начнете баджан. Поэтому и сказал голос с небес: «Авипакша Кашайнам», то есть тот, кто еще не готов, кто еще не зрел. Несмотря на то, что он очень высокого уровня достиг, этот мальчик, и вся грязь, все грязные вещи ушли из сердца, тем не менее, какие-то следы еще остались. Например, кто-то, допустим, 5 лет кипятили, готовили чай в кастрюле. 5 лет. В одной и той же кастрюле чистили, кипятили, варили чай.
если ты его будешь чистить, все равно останутся следы. Не так-то легко их стереть. То есть необходимо ее полностью очистить. То есть, так вот, в баджане недопустимо даже отпечатать, то есть даже какие-то следы грязи, ни малейшие следы грязи. Если вы положите камфору в кастрюлю и закроете ее, через 2 года поднимите крышку, все равно останется запах, небольшой запах останется. В конце концов, еще много всего происходило, продолжал Нараджа, но в конце концов Бхагаван наделил меня вечным трансцендентным телом. Итак, некому было позаботиться о 5-летнем Нараде, 5-летнем мальчике. И точно так же похожая история была и с Друва Махараджем, с Прахлад Махараджем, им тоже было по 5 лет. И некому было их защитить. Имеется в виду, что никто за ними не присматривал. Потому что единственная защита каждого — это Бхагаван. Я знаю один случай. Кормил рыбок в пруду. Я тоже так в детстве делал. Мальчик все время проводил с рыбками, смотрел на рыбок, кормил их. Однажды мама разозлилась, а рыбки жили в воде, в бутылке. И мама на него однажды так сильно разозлилась, что взяла эту бутылку и выбросила в кусты. Когда мальчик увидел, что мама выбросила рыбок, он начал плакать. Но следующим утром он обнаружил, что рыбки совершенно не пострадали, когда... То есть бутылка просто ее бросили, но вода не вытекла из бутылки. Так, как будто бы кто-то поймал эту бутылку и просто поставил. То есть такое чудо. И много подобных примеров. Один ученик Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, к примеру, из Джаландара. Рассказывал свою историю, как он посещал Кедринатх, Бадринатх, это Дхамы в Гималаях, священные места. Он посещал эти места с маленьким ребенком. Ему было 3-4 года. Они уже дошли до святых мест, а потом нужно было спускаться, и они взяли автобус, ждали автобус. Они уже ехали в автобусе, и произошла какая-то авария, и автобус много-много раз перевернулся на дороге. И как я памятовал, он рассказывал о своем Гуру Махарадже очень сильно. И каким-то чудом никто не пострадал. Просто чудо какое-то было. А, даже нет, не так. Я немножко прослушала. В общем, автобус переворачивался на дороге. Каким-то чудом
то есть сиденье, на котором я сидел, выпало из автобуса. То есть я на самом деле только помню себя, обнаружил себя, как я вот сижу на этом сиденье вместе со своим ребенком в кустах. То есть со мной вообще абсолютно ничего не произошло, ни царапинки на мне. Я просто сидел вот в траве, в кустах, вместе с ребенком. То есть часть, представляете, автобус переворачивается, падает, и каким-то чудом открываются двери, и я, ну, этот человек оттуда вместе с сиденьем, то есть как-то его как будто вынесло, и в следующий момент, когда он себя помнит, он уже оказался в кустах и без единой царапинки. Так вот, встает вопрос, кто кого может защитить в этой жизни? Только Господь. Итак, когда мы совершаем Вриндавана Парикраму, Дхам Парикраму, мы должны предаться лишь лотосным стопам Кришны. Если мы будем переживать о своих выгодах, о себе, Парикрама успехом не увенчается. Как вчера я говорил, сегодня я хочу обсудить, как главнейшие божества Вриндавана были установлены, были открыты. Рада Валабха, Рада Гопинаджи. Мы знаем, что Шриман Махапрабху давал наставление Рупа Санатане жить во Вриндаване, составить определенные труды, а также открыть священные места игр Господа, опираясь на шастры. С тех времен, когда Кришна совершал игры на этой планете, прошло уже 5000 лет. Таким образом, эти места были утеряны, и по наставлению Шримана Махапрабху, Санатана Рупа Госвами отыскали эти места. И это было возможно лишь по благословению Бхагавана. Вы знаете очень хорошо Рупу и Санатана Госая. Когда Санатана Госвами был в тюрьме, царь сказал, царь его туда заточил, вы знаете всю эту историю. Санатана Госвами отказался работать, а царь хотел вернуть его на работу. Санатана Госвами не соглашался вернуться, и тогда царь заточил его в тюрьме. А Рупа Госвами уже ушел вместе с Анупамом, с их племянником. Прежде чем уйти, Рупа Госвами дал большую сумму денег Санатане Госвами, чтобы он смог каким-то образом выбраться. Так они шли пешком до Вриндавана,
Because anyway Sanatana Goswami ran from the house. He couldn't solve because so many property. So he took decision to give half of the amount to Brahman Vaishnava. У них было много с собой денег, потому что то есть они поделили состояние, которое было заработано ими, часть они отдали браманам, часть оставили на поддержание своих родственников. So that in near future somehow 10 тысяч золотых монет было припасено для Санатаны Госвами, чтобы он как-то заплатил за свое освобождение, и они могли как-то помочь ему выбраться из тюрьмы. То есть Рупа Госвами дошел до Вриндавана, потом пришлось возвращаться, чтобы разрешить проблему с деньгами. Затем временем Санатана Госвами выбрался из тюрьмы, встретился с Варанаси, с Махапрабху. Там Махапрабху состоялся их разговор, который известен как Санатана Шикша. Они, в конце концов, так и не смогли встретиться, Рупа и Санатана, потому что Санатана Госвами пошел по одной дороге, а Рупа Госвами по другой. Таким образом, все-таки первым дошел до Вриндавана Санатана Госаи, Санатана Госвами. Из всех Госвами первым, кто дошел до Вриндавана, был Санатана Госвами. Он пришел туда, начал совершать баджан. Каждый день, ну, часто он посещал Матхуру. В то время Вриндаван был похож на лес, то есть он как лес был. И для того, чтобы собирать мадхукари, он был вынужден ходить в Матхуру. Я вот так же когда-то так делал, когда ты ходишь с мешочком и просишь какие-то пожертвования. Кто-то дает молоко, кто-то дает чапати. Таков обычай. Каждое утро и вечер вот так вот ходят. И я также ходил. А все оставшееся время я воспевал святые имена. Санатана Госвами так ходил, собирал какие-то пожертвования, собирал муку. Он часто заходил в дом Чоби, дом одних браджаваси. Но однажды он понял, увидел, как их сын в этом доме, ребенок, постоянно играет с божеством. Мадан Гапалу звали божество. И в один день Санатана Госвами не выдержал и сказал: «Вы так Мадан или Мадан Махан или Мадан Гапал, Мадан Махан, вы так служите Мадан Махану». Но это не совсем, то есть правильно. Это не совсем правильно. Но она, а хозяйка ответила, что я могу поделать. Он, ему, похоже, нравится вот то, как мы служим ему. И у меня нет времени, чтобы соблюдать все стандарты, потому что иначе он останется голодным. Во сне пришел
Во сне Санатана Госвами Мадан, во сне Мадан Махан однажды пришел к хозяйке и сказал: «Вы долгое время служите мне, но сейчас я бы хотел пойти к Санатане Госвами и остаться у него». И, конечно же, хозяева приняли решение вручить божество Санатане Госаю. Они сказали: «Не знаю почему, но божество хочет остаться с тобой». Санатана Госай взял божество и принес свой баджан кутир. Он был очень-очень маленький. Готовил он крайне скудно, скромно. Просто брал ату, муку, смешивал в шарики, скатывал в шарики, с водой перемешивал, скатывал в шарики. И это даже не чапати. Чтобы чапати сделать, но нужно скалку, нужно столик, где раскатать ее. А он просто катал шарики и бросал в огонь. И Мадан Мохан принимал, вкушал эти шарики, другого выхода не было. В то время там абсолютно никого не было, там был дикий лес. Санатана Госай жил в этом полуразломленном, разломанном, разрушенном баджан-кутире. Знаете, где сейчас находится Мадан Мохан Мандир? Храм Мадан Мохана. Его построил один богатый человек по имени Нанда. Храм находится на высоком холме. В том месте Бхагаван танцевал на головах Калиянага. Тем самым наказывая его. В холодной воде он сражался там с Калиянагой. В то время была зима. Наказав Калиянага, Гопал Кришна вышел из воды. И как обычный, как будто бы обычный мальчик, он трясся от холода. А потом он поднялся на холм, где сейчас находится баджан-кутир Санатана Госая. Он сел там на камне. Для того, чтобы согреться на солнышке. А солнце решило, что это подходящий момент для того, чтобы совершить служение Кришне, и тогда он принял форму Двадаша Адития. Каждый месяц солнце меняет свой внешний вид. И вот в тот день, в то время проявилось 12 солнц и стало обогревать замерзшего Кришну. Что
чтобы он согрелся. Это место называется Двадаша Адитья Тила. И Санатан Госвами решил совершать баджан именно там. То, что место было на холме, для него было выгодно, потому что никто бы не стал его там беспокоить. Там в то время не было ни храмов, ни людей. Мадан Махан звали божество, Мадан Гопал тем же настроением обладает. Тем не менее, Мадан Гопал был обнаружен Адвайта Гасаем. Сейчас мы говорим о Мадан Махане. Однажды Мадан Махан сказал: «Ну, Сабджи, ты мне не предлагаешь хотя бы соли, хотя бы посоли то, что ты мне даешь». А Санатан Гасай сказал: «Ну, где же мне соль взять? Мы же в лесу живем. Сегодня просишь соль, завтра сахар. Где я найду все это для тебя? Хочешь есть — ешь то, что даем». Но если ты устроишь это все, то я, конечно же, тебе все предложу. То есть, если сам добудешь, то есть, имеется в виду, организуешь. И Мадан Махан спланировал, как все это будет. Однажды, то есть в скором времени, мимо Вриндавана проплывал, по Ямуне проплывала большая баржа, купец, который ехал продавать свои товары. В тот момент Ямуна омельчала так, что судно не могло сдвинуться с места, оно застряло. В то время Ямуна была большая, широкая. Она не такая, как сейчас была. Очень, очень, очень широкая и глубокая. Как я уже говорил, через 500 лет Ямуна захочет скрыться от наших глаз в соответствии с шастрами. Кто-то из местных жителей сказал, что здесь есть один святой, который сказал этому купцу, что здесь есть один святой, который может помочь тебе. Он пришел к Санатане и попросил: у меня судно застряло, не мог бы ты помочь мне? Я обещаю, что если я доберусь до места, и все, что я там заработаю, я пожертвую тебе. Если ты поможешь мне сдвинуть лодку с места, все отдам на служение Бхагавану, все, что заработаю. Так вот, ты его поездка увенчалась успехом, и он пожертвовал огромную сумму денег, на которую был построен этот храм. Построили лестницу, по которой Санатан Госвами мог легко спускаться к Ямуне, набирать воду. Таким образом, Мадан Махан сам устроил постройку своего храма. Но спустя какое-то время из-за мусульманского набега,
Buddha, he wanted to break out them. They wanted to break. So they are coming with so much instrument to break temple this. So Madan Mohan anyway, what to go? Madan Mohan was transferred. Мадана Махана спрятали, то есть его унесли из храма. То есть храм был разрушен мусульманами. Потом этот храм был восстановлен, построен тот храм, который сейчас мы знаем, построен. Другой человек пожертвовал на него. То есть в то время, когда Санатана Госвами находился там, и Мадан Махан был там, а потом божество перенесли в другое место из-за набега мусульман. Когда Махапрабху был во Вриндаване, Госвами еще не пришли туда. Они пришли во Вриндаван впоследствии. Я слышал, что в шастрах сказано, что Мадан Махан — это божество еще с Двапара Юги. This way, Madan Mohan manifests, and about Madan Gopal, there is one very nice. А есть еще одна замечательная история о Мадан Гопале. Мадан Гопал. Мадан Гопала открыл Адвайта Гасай, то есть имеется в виду нашел. Адвайта Гасай пришел во Вриндаван получить даршан. И однажды он уснул под баньяновым деревом. Во сне он увидел, как Мадан Гопал просит отыскать его. Он говорит: «Я здесь, пожалуйста, найди меня и начни поклонение мне». И утром Мадвайта Гасай созвал всех местных жителей и позвал Браджаваси, и Браджаваси помогли откопать божество. Божество было прекрасным. Адвайта Гасай был переполнен премой, плакал со слезами, провел абхишеку, начали поклонение божеству. То есть божеству начали поклоняться, а Адвайта Гасай решил посетить 12 лесов Вриндавана. Поэтому он попросил одного брахмана совершать служение божеству. Итак, Адвайта Гасай ушел, брахман поклонялся. Но что произошло между тем? Из-за того, что мусульмане напали, Мадан Гопал исчез. Божество заплакало. Пуджари стал переживать, в чем дело, где божество. Он возможно, я ошиблась, возможно, не было мусульман, просто божество пропало, и Санатана Госвами передали послание, новость, что исчез Мадан Гопал. И Адвайта Гасай немедленно прекратил Вриндавана парикраму, вернулся домой и стал поститься, даже не пил. В конце концов, Бхагаван пришел к нему во сне
и сказал: «Я не исчез, но из-за атаки мусульман я был вынужден скрыться так, чтобы они не прикасались ко мне. Когда ты найдешь меня, в конце концов, в цветах». То есть, когда пуджа совершает, потом выбрасывает цветы, и я вот буду там, в этих цветах. Но там я буду в маленькой форме. Прежде он был большой, но сейчас ты найдешь меня в маленькой-маленькой форме. Адвайта Гасай пошел искать божество в цветах, в куче с цветами, и там нашел маленького Мадан Гапала, маленького Мадан Гапала, маленькое божество Мадан Гапала. Я видел это божество, возможно, 30 лет назад один панда показал мне это божество, оно очень маленькое. Потом Адвайта Гасай принял решение отправиться в Шантипур. Двапара-йогу, Лалита Сакхи написала портрет Кришны, чтобы показать Радхарани. Этот портрет находился во Вриндаване, в Нидуване, в скрытой форме. И он, в конце концов, попал в руки Адвайта Гасая. Я не знаю, где он сейчас, но сказано, что он был у Адвайта Гасая. Санатан Гасай и Рупа Гасай жили в разных местах Вриндавана. Санатан Гасай очень много ходил. Санатан Гасай иногда останавливался в Теркадамбе. То есть и Рупа Госвами тоже, они в разных местах спали, но нельзя сказать, что у них был беспокойный ум, поэтому они везде ходили, путешествовали. Нет, они делали это по желанию Бхагавана, под руководством Бхагавана. Таким образом, практически целый год они путешествовали, сменяли место своего пребывания, то есть по Враджу они ходили и составили много трудов. В Нандаграме Санатана Гасай жил в Павана-Сароваре, а Рупа Гасай в Теркадамбе. То есть они не жили в одном месте. В конце концов, к ним присоединился Джива Госвамипад. В конце концов, Рупа Госвамипад открыл Радха Говиндаджи, и об этом мы поговорим в следующий раз.
сейчас эти божества находятся в Джайпуре. Сначала Радхарани не было, потом она появилась, об этом я расскажу позже. Но сегодня нужно запомнить то, как появился Мадан Махан, как был построен храм Мадана Махана. И также, как Адвайта Гасай нашел Мадан Гопала. Как раз около Двадашадитья Тилы, храма Мадан Махана, если кого-нибудь вы спросите, хочу увидеть Адвайта Ват. Где тут Адвайта Ват? Вот то место как раз таки называется Адвайта Ват. Потому что там Адвайта Гасай обнаружил Мадан Гопала. Поэтому так назвали это место Адвайта Ват. Он примерно 20 метров от Двадашадитья Тилы. Совсем рядом Адвайта Ват. Очень интересное место. Я каждый раз посещаю его, совершаю парикраму. Я предлагаю там поклоны. Замечательное место. А если вы подниметесь на Двадашадитья Тилу, вы увидите с холма весь Вриндаван. Холм, где находится храм Мадана Махан, настолько высок, что можно увидеть весь Вриндаван, как Ямуна распростирается на многие километры. По лестнице, которая сейчас там, Санатан Госвами спускался вниз к Ямуне. И когда к Санатан Госвами пришел человек Акбар, как раз тот самый, про которого я недавно рассказывал, и сказал, что я хочу совершить какое-нибудь служение, проси, что хочешь, Санатан Госвами попросил его отремонтировать лестницу, так вот это была как раз та самая лестница. Он из-за своей гордости думал, почему он просит меня такую ерунду. Но когда он еще раз посмотрел на лестницу, он был поражен и сказал, что если я все свое государство продам, у меня не хватит денег даже на один драгоценный камушек из этой лестницы. Завтра мы продолжим. Прежде всего мы обсудим все божества, а затем мы начнем нашу парикраму.